и вижу сон. Что сплю и вижу, я сон о том, что вижу сон. О том, что сплю и вижу сон я, в котором снится мне, что сплю. Тебя разбудить. Мы оба спим. Опять кошмары? Да. До сих пор себя прийти не могу. Засыпать страшно.
Привет, Лунатик. Очень смешно. Я так с ума сойду скоро. Садись, я кофе сделала. Лучше бы ты меня ночью разбудила. В следующий раз обязательно. Алло. Макс, привет. Привет, Алена. Слушай, насчет твоих сновидений. Я тут вычитала, это похоже на люцидный сон. Какой сон? Люцидный, осознанные сновидения. Люди обычно годами практикуются, а ты как-то сам в него вошел. Отлично. А как в него не входить? Давай, присылай. Маша, я отлучусь ненадолго. Куда? В книжный магазин. Работу себе не хочешь по дороге найти? Не хочу. Люцидный сон – это осознанное сновидение, в котором человек может в той или иной мере управлять его содержимым. Управляя осознанным сновидением, человек может переместить свою душу куда угодно. Находясь глубоко в люцидном сне, человек может наблюдать то, что происходит в реальном времени. Коты препятствуют путешествию души, так как они сами являются проводником в загробную жизнь. При виде кота душа устремляется назад в физическое тело, либо вселяется в него, если тело мертво. Коты являются проводником между миром иным и миром нашим. Будто за нами наблюдает кто-то. В такое время вокруг ни души.
А ты куда? В магазин пройдусь. Кота бы отдать кому-то. У меня аллергия на него начинается. Странный ты какой-то в последнее время. Нормально все. Макс! Привет, как жизнь? Привет. Как обычно, а у тебя как? У меня отлично. Я вчера с девушкой познакомился. Хотели в машине у нее зажечь, но что-то не получилось. Она какая-то странная. Ей казалось, что за нами кто-то наблюдает. Ну, а в остальном ничего, симпатичная, хорошая девчонка. Сегодня в гости к ней пойду. А девушка светленькая такая, да? С родинкой на щеке. А ты откуда знаешь? Да, вы мимо меня проезжали, ты увлечен был, не заметил. Ну, девушка симпатичная. А ты в 3 часа ночи гуляешь? Не спалось, прогуливался. Понятно. Ладно, Макс, побегу, надо еще подарок девушке купить. Давай, успехов. Ты же понимаешь, стойки это будет раза в 2 дороже, чем в прошлый раз. Будут дополнительные издержки. Сумма полностью обоснованная. Так, стоп, я же говорил, что пересылать деньги на карточку не нужно. Ни мне, ни жене, никому из знакомых. Давай сделаем так. Я тебе сейчас смс и адрес кину парка одного. Тут дерево есть, пышное, большое. Вторая лавка от него, есть тайник. Нет, не переживай, место безлюдное, проверенное. Все, на связи. Помнишь, я тебе про свои сны рассказывал? Да. А что случилось? Они участились и стали как бы реальнее. Чердак едет. Пора бы к доктору записаться. В смысле? Мой парень сумасшедший? Тогда подарю тебе на день рождения смирительную рубашку. Очень смешно. Макс, ну прости, я пошутила. Ну реакция у меня такая. Не каждый день твой молодой человек говорит, что он сумасшедший. Слушай, да при чем тут сумасшедший? Это я... Ладно, вечером поговорим, я отлучусь. Куда? Потом объясню. Ладно,
Мне не переживать? Все, вышел, скоро буду. Наконец-то. 12 часов ночи. Ты ушел без телефона. Где ты был? Спрячь куда-нибудь. Откуда это? Во сне я слышал разговор и узнал, где будет спрятан конверт с деньгами. В общем, сегодня, как видишь, я нашел конверт именно там. Ничего не понимаю. В каком сне? А деньги чьи? Сумма-то огромная. Не знаю. Да и не важно теперь. Макс, ты меня пугаешь. Маша, нам просто улыбнулась удача, вот и все. Да, но я толком ничего не понимаю. Маша, я и сам толком ничего не понимаю. Ты убери конверт пока. А с деньгами мы потом решим, что сделать.
добрый день. Будьте добры, один кофе. Хорошо. Кофе налей. Да. Привет. Нормально. Я зашел кофе попить, скоро в офис. Сколько нужно, на какой срок? Тебе когда? Нет, сегодня не получится. Потому что у меня на карте только 200 тысяч. Не проблема. Кстати, как дела у Антона? У нас я слышал. Уже третий день. Маша, я принял снотворное и через минут 15 усну. Ровно в 2 часа ночи сделай перевод с этой карты на этот номер, только в виде данных без ошибок. И как только придет СМС с кодом, засеки 2 минуты и только потом разбуди меня. Запомнила? Да, ну... Что ты задумал? Макс, мне страшно. Ты что, хочешь украсть деньги? А если тебя посадят? Просто сделай так, как я говорю. Послушай, никто ничего не заподозрит. В случае чего камеры в подъезде подтвердят, что мы всю ночь были дома и до утра никуда не выходили. И вообще, если что-то пойдет не так, то все спишется на сбой программы. Деньги вернутся обратно владельцу. Может, не надо? Не переживай, я все продумал. Я тебя поняла.
Я тебе доверяю. Хорошо. Давай, мужик, просыпайся. Давай, давай. Какой нахрен перевод? Макс. Макс, Макс. Ну что, кто-то хотел новый телефон?
вот этот сучонок. Понятно. Да нахрена я его убил? Давай деньги искать. Да какие деньги? Они у него все на карте, валим отсюда. Затори. Боже, что же я натворил? Максим, что происходит? Дорогая, все хорошо. Мы просто спим.